Вот, друзья, я хотела бы вам показать, как живут в нашем вилладже, где озеро. Вот везде домики частные. Я уже рассказывала раньше в других видео. У некоторых есть сзади бассейны. Ну, тут озеро рядом. Содержать бассейн все-таки это очень дорого. Зимний период, все в спячке. Сейчас все закрыто до апреля месяца. Гроты, замки. Что людям нужно? Самое простое. Воздух. Вот это небо прекрасное. Вода. Хлеб, вино. Им не нужно, чтобы их убивали, чтобы их изгоняли, чтобы там на верхушке какие-то дядьки не могли договориться за своих миллиардов. Людям нужно просто жить, понимаете? А то, что сейчас кругом творится. Кстати, я нахожусь на вершине платформе 800 метров. Поэтому я так уже загорела. Вот, поэтому так тепло. Здесь нет ни волков, ни медведей. Только дикий разум может говорить что угодно. Великолепное место. И я благодарна Богу, что я здесь. И озеро, и горы. Все рядом. И после обеда прогулка. Спокойствие в тишине. Я думаю о многом, как и вы. Особенно о том, что сейчас происходит в мире. Я скажу честно, я бы не смогла здесь электричество всю жизнь прожить вот так в Прованс, в деревне. Но люди обожают некоторые жить так, в спокойствии. И приезжать, отдыхать, это классно. Вот еще вам покажу один домик, тоже куплен англичанами. Как живут люди с двумя детьми и семейство. Люди живут в спокойствии. Здесь хорошо на пенсии. Климат хороший. Вода есть, горы есть. Все есть. Я благодарна своему мужу, что имеет здесь дом. Бонжур, месье. Вот такие здесь старинные дома. А вот дом, стиль Альзас, купили англичане в центре города, недалеко от озера. Китюр! Китю-шушу! А мой шушу! Сегодня великолепная погода, я вам показываю в нашем вилладже, как живут обычные французы. Я благодарна Богу, что у нас здесь дом на прекрасном, красивом озере. Посмотрите, тепло. Сегодня 17 градусов тепла, жарко, солнце, уже третий день. Великолепная погода,